Hey, guys, tell me what the frick WTF means! Shut up! Это новая видюшка? Да. Быстро, пиши, ставьте пальцы вверх, если видите 306 просмотров. Зачем? Затем, чтобы набрать до хрена пальцев вверх и потом хвастаться перед друзьями? Да, но я никогда бы не стал просить людей на улице, чтобы они показывали мне пальцы вверх. Да, но это же интернет. Прикинь, насколько было бы тупо, если бы интернет выглядел как реальная жизнь. Фейк! Фейк! Знаешь, если побрить медведя, он похож на собаку. Фейк! Я только что навалил дерьма! Ну и как тебе мои спагетти? Макароны жесткие, картошка слишком сладкая, все это вместе пахнет как жопа лошади. Оформлено все просто отсосно, мои соски возбуждены! 3 звезды. Тут кто-нибудь еще сидит? Google картинки, я хочу увидеть картинку тостера. Без проблем. Вот вам голая девушка с тостером. Нет, нет! Мне нужна картинка тостера, чтобы сзади ничего не было. Вы имели в виду тостер в заднице у голой девушки? Энтони, хватит ставить в моих интересах гей-порно! Это самый лучший сайт в мире! Я нассал в штаны! Я не пойду туда в этом году. Что делаешь? Ничего. Ну так вот. А сейчас? Чё как? Hola! Привет, систем! Я 15-летняя девочка. Займемся виртом. Ну да, это был бы тупый, если бы он был реален. Он и так реален, тупые Эмма. Чё? Фейк! Фейк! Чё ты нахер несешь? Вы отстойные! Убейте себя! Все, хватит. И что же вы, две феи, будете со мной делать? Может, зацелуете? Этот эффект полный отстой! Вы, парни, не умеете редактировать видео! Не будь придурком в интернете! Перевод сделал виски, озвучил также виски. Не забудь добавить это видео к себе, а также подписывайся на канал нашей студии. Ссылка прямо в видео, там по типу все наши проекты и озвучки. А также вступай в нашу группу ВКонтакте vk.com/club221-223-19. Ага.